Вот они, матки. Всем здравствуйте, друзья. Это лёд маток. Лёд. Вот они. Фу. Матки нигера, если что. Фу. Вся трава ими усеяна. Вот, глядь. Везде. Везде матки. Наконец-то. Скоро начнется их лед. Точнее, уже начался. Они летят по всем сторонам. Завтра сходим. Может, половим. Наконец-то лед. Все ими муравьями усеяно прям. И муравьи, они, и матки. Фух. Прям с одного места. Я прям только успел захватить телефон, а их тут тьма тьмущая. В общем, выйдем на охоту за нашими матками уже завтра. Поищу в округе. Может, по небу. Никогда в жизни не видела лед таких маток. То есть вообще лед, когда вот матки летят. И матки, и самцы, и вообще. Радости нет предела. А по мне со всех сторон ползают муравьи. Их так много, что тут еще птицы летают. Некоторые матки могут не долететь. Уже хоп, отлетевшая маточка. У нас сейчас будем ловить. Фух, прям на ваших глазах сейчас матку поймаю. Так, вот. Сейчас мы поймаем. Где она у нас? Куда делась? Фух, вон она в луке. Сейчас уже будет одна матка. Сейчас мы, как бы вам снять. Ну ладно, я ее сейчас поймаю и вернусь. Ребята, сейчас, радости нет предела. Матка. Они уже прям на меня летят. Везде просто. Еще одна, еще. Они и на меня, и на шею. Их море, тьма тьмущая. Сейчас буду их всех ловить. Наловлю их тучу. Будем заселять формикарий. Ну и всем спасибо за просмотр. Еще, кстати, хотел сказать, что я уже одну матку поймал и запустил в колонии. Уже там рабочих наловил, донорских много. И она там где-то. Ну все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.